Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Аптеки, магазины, уличный рынок. Глава Чувашии проинспектировал работу столичных учреждений торговли. День ветеранов. В Чувашии готовится к празднованию 9 мая. Полшаги от Олимпиады. В Ледовом дворце наградили призеров международных соревнований. Министерство здравоохранения Республики провело мониторинг стоимости лекарственных препаратов из списка жизненно важных. Цены в первом квартале 2016 года выросли на 0,5%. Сколько на самом деле стоят лекарства и достаточно ли их в аптеках, сегодня решил узнать глава Республики Михаил Игнатьев. В республике на фармацевтическом рынке работают почти 1500 аптек, как государственной, так и негосударственной формы собственности. Михаила Игнатьева в первую очередь интересовало, есть ли в аптеках список жизненно важных препаратов и предлагают ли фармацевты покупателям недорогие отечественные лекарства. В специальный перечень жизненно необходимых и важнейших внесено 646 наименований. Аналоги есть российского производства, и они в 10 раз дешевле. Но есть информация, позиция, что для нашей категории покупателей мы предлагаем в первую очередь им аптечного производителя, то есть несколько дешевле. Министерство здравоохранения Чувашии с прошлого года ведет работу по информированию жителей республики о лекарственных препаратах с замороженными ценами, которые контролируют государство. В аптеках были организованы так называемые витрины жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, всю информацию о них можно получить и в интернете, используя сервис «Спутник». Здравствуйте. Как живется, как работает жизненно важные необходимые лекарства? На сегодняшний день, то, что у вас тоже отдельный уголок должен быть, они здесь, да? Комментарии ваши какие? По ассортименту все есть, Алла Владимировна? Последите. Здесь все есть в аптеке, однозначно это лицензионное требование. Михаил Игнатьев поинтересовался у директора фармации, почему пустуют витрины над кассами с вывеской «Обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны». Где коммерческие цены? Полки переполненные, где инвалиды, соответственно, полки пустые. Соответственно, по льготному лекарственному обеспечению, то есть там не выставляется все на витрину. То есть здесь выкладывается, то есть приходит человек с рецептом, и ему достаются все эти препараты. Так. Кроме того, в аптеке фармации на улице Бондарева нет условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Игнатьев отметил, что доступная среда здесь организована формально. По проложенным на лестнице пандусам невозможно безопасно подняться или спуститься на инвалидной коляске. По данным мониторинга цен на жизненно важные препараты, рост в 2016 году небольшой, всего 0,5%. Стоимость лекарств из списка под особым контролем руководства республики. И эта работа будет продолжена. Минздрав организовал специальную горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами. Сегодня государственная позиция и президента Российской Федерации, и правительства Российской Федерации она обозначена. Мы в регионах, независимо от того, это государственная сеть или частная сеть, отслеживаем, во-первых, чтобы не было необоснованного роста цен на лекарственные препараты. Прежде всего, это на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Михаил Игнатьев сразу после посещения столичных аптек решил проверить, как организована уличная торговля и как убраны улицы микрорайона. На улицах рядом с аптеками грязные урны. Михаил Игнатьев дал распоряжение столичному главе администрации Алексею Ладыкову установить здесь новые. На Московском проспекте в районе остановки улицы Афанасьева Михаил Игнатьев поинтересовался условиями торговли на организованном мини-рынке. Удобно продавать излишки своей произведенной продукции? Удобно. Дачного участка или там с огорода? Еще там навес надо еще. Удобно. Вот сейчас я с людьми пообщался, отзываются очень хорошо про вас, потому что качественная экологически чистая продукция, то, что продается, надо еще здесь, конечно, несколько мест сделать. Вся продукция здесь местная. Лук, например, выращен в Чебоксарском районе. И от покупателей нет отбоя. Единственное, обратился Михаил Игнатьев к сити-менеджеру Алексею Ладыкову, необходимо создать условия продавцам, чтобы и во время дождя им было удобно. Довольны жители ближайшего микрорайона и организованной торговлей свежей продукцией Маргаушской птицефабрики. А вот в супермаркете поблизости глава республики местных продуктов не нашел. Продавцы объясняют, что поставщики их пока не привезли. Возникли претензии у Михаила Игнатьева и к состоянию дворовой территории. Лестница в подъезде сломанная, во дворе и на стоянки мусор. Его сделали специально так, чтобы вода брызгалась, скоро стена отвалится, потом трещина пойдет. Никому не надо. Вот это наша бесхозяйственность.
Глава республики рекомендовал руководству столицы взять под контроль качество работы управляющих компаний, а также строже следить за тем, чтобы местная продукция присутствовала на всех прилавках. Это соблюдение интересов и производителей, и покупателей. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков. Республика. Почти 30 лет назад светила медицины Юрий Исаков и Станислав Долецкий решили объединить опыт и знания всех, кто спасает жизни детей на операционном столе. Ежегодно в разных регионах страны детские хирурги проводят симпозиумы, на которых делятся друг с другом передовым опытом. Сегодня площадкой для такого общения стал город Чебоксары. Наша столица стала местом проведения конференции не случайно. Детская медицина, в частности хирургия, в регионе в приоритете. Чувашия находится в числе первых по внедрению малоинвазивных операций. И сейчас наши хирурги готовы перейти на новую ступень – внутриутробную хирургию. Об этом рассказала министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова на встрече главы республики Михаила Игнатьева с представителями федерального здравоохранения. Помимо этого, в регионе удалось максимально снизить младенческую смертность. Этот показатель у нас самый низкий в России и сопоставим с развитыми европейскими странами. Чувашская республика входит в число 10 наиболее благоприятных для жизни детей регионов. Особое внимание мы уделяем развитию системы медицинской помощи детям. В республике имеется возможность выполнять подавляющее большинство хирургических операций любого профиля, современное высокотехнологичное оборудование. Достижения наших специалистов говорят за себя. Слова не нужны. Коллеги всегда могут оценить хорошо выполненную работу по своим профессиональным критериям. Мне вчера удалось побывать в республиканской детской клинической больнице. Во-первых, я увидел прекрасное оснащение операционных. И самое главное, команда единомышленников, которые работают на очень высоком профессиональном уровне. Ну, достаточно сказать, что более 60% всех операций выполняется с помощью малоинвазивных технологий. На конференции отметили и те, кто посвятил практически всю жизнь спасению маленьких жителей страны. Звание почетного члена Ассоциации детских хирургов получил наш земляк, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Александр Акинфеев. Врач в пятом поколении, не сомневаясь, пошел в детскую хирургию и за 50 лет о сделанном выборе не пожалел ни разу. Когда видишь глаза пациента, благодарных родителей, а особенно когда встречаешь пациентов через 10-15, а у меня был случай, когда через 40 лет мне позвонили, поздравили с днем рождения женщины, которую я оперировал девочкой, резекция легких была в 72-м году. Это компенсирует все проблемы, все накладки на здоровье, на эмоции, на все, потому что лучше этой профессии нет ничего. В рамках симпозиума пройдет 23-я Всероссийская научная студенческая конференция, посвященная детской реаниматологии и анестезиологии. Учащиеся медицинских учреждений смогут пообщаться со специалистами не только чувашских больниц, но и с детскими хирургами со всей страны. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков написал заявление об отставке. О причинах такого решения нашей съемочной группе рассказал глава города Олег Матвеев. Ну, отставка главы администрации города Чебоксарска Олега Борисовича Бирюкова является согласованной наше решение. Олег Борисович подошел ко мне в части того, чтобы досрочно подать отставку. Это связано с тем, что Олег Борисович принят в соответствии с контрактом на 2 года. Срок полномочий главы администрации заканчивается 8 октября этого года. Поэтому октябрь месяц довольно-таки не совсем удобное время для проведения конкурсного отбора по замещению должности главы администрации города Чебоксарска. Это связано с принятием и формированием, принятием, разработкой, принятием бюджета города Чебоксарска на последующий финансовый год. Ну и, соответственно, сейчас идет период предвыборной кампании во Федеральное собрание Государственной Думы Российской Федерации. И значит, депутатов Государственного Совета тоже очень ответственный момент для не только республики, но и для всей страны. Я думаю, что наше решение, то, что провести процедуру конкурсного отбора именно в мае месяце, то есть чуть сдвинув периоды, я думаю, что это правильное решение, обоюдное, еще раз повторяю. Надеюсь, что депутат городского собрания нас поддержит. Ну и сейчас идет подготовка и проведение, значит, документации по проведению конкурсного отбора на замещение должности, вакантной должности главы администрации. Еще раз подтверждаю, что в конкурсном отборе будет участвовать Олег Борисович Бирюков.
В республике проходят весенние экологические субботники. Жители убирают накопившийся за зиму мусор. В столице республики за неполные 3 недели на уборку территории вышли более 35 тысяч человек. Экологические акции запланированы в скверах имени Чапаева и Горького, в лесном массиве рощи Шупашкар. 23 апреля там состоится массовый субботник в рамках всероссийской акции «Зеленая весна». В некоторых муниципальных образованиях улицы уже радуют чистотой. Например, в селе Яльчики. Там жители, не дожидаясь объявления о субботниках, сами убрали дворы и улицы. Партия «Справедливая Россия» провела пикет в столице Чувашии. Видео с пикета появилось в выходные на сервисе YouTube. Люди в манишках с партийной символикой в Чебоксарах раздавали бумажные линейки, где руководитель регионального отделения эсеров, депутат Госдумы Анатолий Аксаков поздравляет горожан с Днем космонавтики. Однако реакция горожан на происходящее была неоднозначная. Впрочем, продолжался пикет недолго, и внимание полиции не привлек. Чувашские полицейские задержали мужчин-гастролеров, совершивших серию хищений из автомобилей в других регионах страны. В Чебоксарах они пробыли пару дней и были задержаны с поличным после проникновения в машину в микрорайоне Садовый. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи из автомашины. Злоумышленник разблокировал с помощью специального устройства сигнализацию и забрал из салона сумку. Вскоре о существовании дерзкой группы гастролеров стало известно и сотрудникам уголовного розыска МВД по Чувашской республике. Почему необходимо было сразу принять? Потому что эти лица были гастролеры, и в принципе больше 2-3 дней они в регионах не задерживаются. Оперативникам стало известно, что злоумышленники стараются совершать кражи с автомашин вблизи детских садов. Ведь зачастую мама и папы, провожая ребенка, оставляют сумку с документами и деньгами в салоне. Очередное преступление было совершено возле детского сада по улице Дементьева. Но полицейские были уже рядом. Задержание стало для заезжих мужчин 45 и 57 лет неожиданностью. В отношении них возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. В настоящий момент у нас имеется информация, что данные лица совершили преступление в Йошкар-Оле, Мариэле. В Татарстане. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, покидая салон машины даже на короткое время, не оставлять там ценных вещей. Глава Чувашии подписал закон, определяющий порядок использования копий Знамени Победы в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая. О том, какие еще события приурочены к 71-й годовщине Великой Победы и насколько к их проведению готовы все службы, говорили на совещании главы Чувашии и правительства республики. Возложение цветов, митинг и парад, концерты для ветеранов – эти мероприятия за много лет стали неотъемлемой частью праздника 9 мая. Однако каждый год программа дополняется новыми пунктами. Впервые Чувашская республика присоединится к масштабным акциям «Аллея российской славы». Данная акция является частью международного проекта «Звезда нашей Великой Победы», организатором которого выступает Всероссийская организация «Боевое братство». В рамках проекта проходит автопробег через города России, Белоруссии, Китайской Народной Республики. Участники автомаршрута проедут по 5 маршрутам, которые станут олицетворением 5 лучей звезды на Знамени Победы. В городе Чебоксары автомарш прибудет 30 апреля, чтобы все знали об этом. Второй момент. Цели привлечения подрастающего поколения впервые... Планируется реализовать проект «Неделя патриотического кино». На территории Красной площади со 2 по 7 мая будут демонстрироваться кинофильмы советских лет и современные ленты из фондов Государственного архива электронной и кинодокументации. Ожидается открытие интересных фото- и мультимедийных выставок в Национальном музее Чувашии. В столице республики пройдет акция, которая понравилась ветеранам в прошлом году. Приглашаем горожан, кто имеет личный транспорт, присоединиться к этой акции. Мы проводим с 1 по 9 тоже бесплатный провоз наших ветеранов. Это, во-первых, экскурсии по городу, это и просьба ветеранов привести их к кладбищам, которые у нас в городе 19, чтобы они могли посетить своих родственников бесплатно на личных автомобилях наших волонтеров. И следующий момент – подвести наших
наших ветеранам праздничным мероприятиям, которые будут в городе участвовать. Чувашавтотранс, как обычно, будет перевозить ветеранов и сопровождающих их лиц к местам проведения праздничных мероприятий на территории республики. Этот вопрос обсуждается и с перевозчиком на пригородных железнодорожных маршрутах компании «Сотрудничество». Глава Чувашии напомнил, ни один ветеран не должен остаться без внимания. И задача органов власти, руководителей предприятий, организаций, учебных заведений – дойти до каждого, выслушать их просьбы и пожелания и оказать максимальную поддержку. Еще о новшествах 71-го Дня Победы. Заместитель председателя Кабинета министров, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обратил внимание, что в этом году изменится время всероссийской акции «Бессмертный полк». Она начнется одновременно во всей России в 15 часов по московскому времени. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В апреле сразу несколько атлетов республики одержали победы на международных соревнованиях. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена прошло чествование спортсменов-победителей континентальных соревнований по самбо и тяжелой атлетике. Вера Лоткова и Регина Миндубаева в составе юниорской сборной России смогли завоевать медали высшей пробы первенства Европы по самбо. Следующие старты – первенство мира. Еще одна героиня встречи – Наталья Хлесткина, тяжелоатлетка, которая в нынешнем году дебютировала на взрослых соревнованиях и сделала это успешно. На чемпионате континента спортсменка завоевала две медали – серебро и золото в отдельных упражнениях и стала первой по сумме двоеборья с результатом 222 килограмма. Ну, изначально ехали туда исключительно за золотом. Надеялась, конечно, что все три будут золотыми медалями. Но, к сожалению, первые две попытки были неудачными. Была техническая ошибка. Ну, справились, собрались. Геннадий Геннадьевич помог успокоиться и выступили хорошо. Геннадий Иванов, тренер Натальи, поддерживал спортсменку весь турнир. Именно его напутственные слова, как призналась журналистам спортсменка, заставляют верить в себя и свою победу. Путь на чемпионат Европы был длительным, но он пройден. Впереди чемпионат России, который станет последним этапом в отборе на Олимпийские игры. У нас, конечно, единственная цель – это Олимпийские игры. И поэтому, так сказать, что именно мы к чемпионату Европы готовились только, это неправильно. Поэтому на Европе мы выступили только, чтобы выиграть. Нам нужна была победа, и мы ее все-таки осуществили. Спорт высших достижений – дело сложное, ответственное и очень почетное. Как отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков, правительство республики сохранило все меры государственной поддержки спортсменам и тренерам. Победителям соревнований будут выплачены единовременные премии – 75 тысяч рублей Наталье Хлесткиной, 37 тысяч ее тренеру, по 60 тысяч рублей самбисткам юниоркам и 30 тысяч их наставнику Сергею Пегасову. Распоряжение правительства уже готовится, а наши спортсменки продолжают тренироваться, чтобы одержать новые победы. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.